Что можно сказать о таких людях, которые в одиночку сумели отбиться от целого отряда врагов? Их без преувеличения можно назвать легендарными воинами, которые сделали невозможное и которыми нельзя не восхищаться. Но, к сожалению, со временем многие подвиги забываются. Впрочем, сейчас мы постараемся это исправить и вспомним о трех невероятных бойцах, которые в одиночку противостояли многочисленным армиям. Номер один. Одинокий викинг. Битва при Стэмфорд-Бридже. Норвежцы отступали от саксонской армии, их моральный дух был сломлен, и они стремились побыстрее отойти, чтобы реорганизовать свои ряды, в то время как враг дышал на спину. Вдруг посреди хаоса возник одинокий викинг. Он продрался сквозь отступающих собратьев по оружию и в одиночку выступил против армии саксонцев. Он встал посередине узкого моста, ширина которого позволяла разойтись не более чем трем мужчинам. Наш одинокий викинг был крупным человеком с широкими плечами. Его голова была защищена шлемом, а грудь прикрывали металлические латы. Согласно легенде, он вышел на середину моста и в одиночку сдерживал противника, пока его товарищи перестраивались в круг, огораживая себя стеной из щитов. После того, как в ходе сражения был убит король викингов, Харальд Суровый, казалось, что викингам суждено было быть разбитыми саксами. Тем не менее, наш одинокий викинг так не считал. О героических усилиях викинга рассказывают обе стороны. Одинокий воин на мосту размахивал своим молотом и убивал каждого, кто приближался к нему. Он был непоколебим на своей позиции, несмотря на множество стрел, попадавших в его торс. В конце концов, саксонские солдаты прокрались под мостом и закололи викинга через щели в настиле. Однако к тому времени одинокий скандинав успел сокрушить не менее 40 саксонцев и дал время варягам для перестроения своих войск. Номер 2. Бен Салмон. Бен Салмон был призван в армию сразу же после окончания колледжа. Он имел возможность никогда не видеть ужасов войны. Служа стоматологом на Гавайях, он мог проходить службу вдали от боя. Однако, когда полковой полевой хирург был ранен осколком, Салмон вызвался его заменить. Салмон участвовал в высадке 2-го батальона на побережье, которая прошла удачно. Тем не менее, казалось неизбежным, что следует ожидать массированное контрнаступление. Вскоре японский командующий, генерал армии Сайта, приказал всем оставшихся в живых японских солдатам атаковать американские силы и умереть почетную смертью. Медицинский пункт Салмона был развернут вблизи от береговой линии, что подвергало его опасности в случае возможного нападения. Вскоре после начала японского контрнаступления медпункт был переполнен. В него поступило более 30 раненых. Салмону пришлось одновременно оказывать помощь раненым и отбиваться от японских солдат, которые ворвались в полевой лазарет. Вскоре весь лазарет был заполнен атаковавшими японцами. Салмон заставил своих людей покинуть лагерь, пока он будет отбиваться от японцев. Последнее, что удалось запомнить выжившим, это как Бен Салмон подхватил пулемет после того, как погиб стрелявший из него солдат. Ему удалось поразить 98 солдат противника, прежде чем он сам был убит. Как сообщается, в его теле насчитали 76 пулевых отверстий. Приходит на ум цитата Шекспира: «Трусы умирают много раз, еще до того, как умрут, а храбрые умирают лишь однажды». Номер 3. Сайтоно Мусасибо Бенкей. В раннем возрасте он присоединился к буддийским монахам Японии, пока они не изгнали его за нарушение дисциплины. Чудным образом его образование в качестве монаха переплелось с изучением пути самурая. Известно, что после изгнания Бенкей по неизвестной причине пришел на мост Годзю, где стал убивать каждого человека, который пытался пройти. В конце концов, у его ног скопилось около 1000 мечей. Наконец, Бенкей потерпел поражение от Минамото но Йоситомо и с той поры стал его вассалом. В течение 4 лет Бенкей и Йоситомо жили вне закона, пока в один прекрасный момент не оказались в окружении врагов в замке. Йоситомо решил прекратить свою жизнь ритуальным самоубийством. В это время Бенкей под градом стрел сдерживал наступавших солдат, чтобы дать Йоситомо время на соблюдение ритуала. Репутация Бенкея была такова, что многие солдаты боялись пересечь мост и вступить с ним в схватку. В конце концов, солдаты не заметили, что гигантский воин, чей рост составлял, по слухам, более 2 метров, больше не движется. Некоторым солдатам наконец-то удалось найти в себе достаточно мужества, чтобы подойти поближе и убедиться, что Бенкей мертв, но каким-то образом все еще держится на ногах. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Чтобы узнать что-то еще новое и увлекательное, просто перейдите по ссылке на экране. Спасибо за просмотр и поддержку. И до новых встреч в следующих выпусках.